Подъем Саратовского ледокола отложен до весны. Информация об этом прозвучала на заседании общественного совета при областном управлении по охране объектов культурного наследия. Дело в том, что этот участок акватории Волги с Энгельской стороны отдан во временное пользование фирме, которая занимается подъемом со дна металлолома. И эта лицензия действует до марта будущего года. Вторая причина отсрочки – отсутствие нужной техники. Владельцы крана «Могучий» сообщили, что смогут заняться саратовским ледоколом не раньше весны. Напомню, на базе затонувшего 35 лет назад судна хотят построить музей речного флота.